Я приветствую всех подписчиков и зрителей моего канала. Одесса, 25 февраля 2023 года. Происходит что-то странное, друзья. У нас в Одессе уже было две воздушные тревоги. Первую объявили в 9.22, отбой дали в 9.53. И буквально через 10 минут в 10.02 объявили снова воздушную тревогу. И отбой дали через 8 минут в 10.10. Причина, по которой объявлялась первая воздушная тревога, я уже сообщал в своем предыдущем видео, это взлет истребителей МиГ-31. И была информация сперва о том, что они взлетели с аэродрома Савослейка Нижегородской области. Чуть позже информация обновилась и сообщает о том, что 4 борта МиГ-31К взлетели с российского аэродрома Ахтубинск. Такие вылеты – это что-то новое. Поэтому огромная просьба всем быть максимально бдительными. Российская Федерация готова к нанесению очередного масштабного ракетного удара по Украине. Вот почему-то взлетает большое количество истребителей МиГ, которые запускают ракеты «Кинжал», которые не перехватывают наше ПВО, потому что эти ракеты являются гиперзвуковыми. И как-то неспокойно, так сказать. Я на связи, как информация будет обновляться, сразу же буду сообщать. К вам еще раз огромная просьба, обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги. До встречи, друзья, в новых видео. Всем пока.